Давай попробуем другую, но я боюсь, что дело не в гитаре. Красавчик! Красавчик, это слово такое, как, знаете, с Урала, с нашего, с 90-х, да, такое. Я еще гитару не включил, а вдруг не получится ничего. Ну и так, Олег. Ну должна быть драка просто, без драки неинтересно это играть. Ну вот так устрой, пока я на гитару включаю. Сейчас я. Долговязый. Ты рыцарь, бил. А где твой меч, кстати? Как ты драться-то будешь? Без кольчуги-то? Без меча? Тебе мой меч показать? Кладенец твой. Кладенец. Смотри, Глебсон, договоришься. Так, гитара открыта, да? Нет, я спрашиваю... Опс. А, тогда, может, гитара заработает? Секундочку, давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну должен же что-то какой-то. О! Прекрасно. То есть дело было не во мне. Я, признаться, совершил глупость несусветную, всей душою полюбил куклу бессердечную. Для нее любовь забава, для меня страдание. Ей налево, мне направо, ну и до свидания. Давай до свидания, да я я сделаю вот что, и ты никуда не Yeah.
Продолжим читать письма наших зрителей, слушателей. Глеб, есть ли шанс услышать вас в Израиле? Купите пластинку здесь на входе. Везите в Израиль, слушайте. Дело в том, что нас пока туда никто не приглашал. Мы не едем. Вы приглашаете и оплачиваете поездку, это понимаете. И кладите гонорар нашей группе, нашим техникам, проезд всем. И